Дач. Дач, мой милый, скажи мне. В какую еще задницу ты нас засунешь? Ой, а что так страшно-то все? Ой-ой-ой. Ты что за туман? Здесь, по-моему, никогда такого не было. Что так страшно, ты слышишь? Слушайте, у нас же еще аллигатор. Господи, я совсем про него забыла. Да, $30. У Ютуба, наверное, в этот момент возникнут вопросы. Но мы сделаем вид, что сейчас ничего не было. Dutch? So, Dutch, what's Tahiti like anyhow? I have no idea, but I hear it's paradise. Да подстричься, кстати, бородка что-то отросло. Look how that turned out. It's men. Like Mr. Bronte. Like Mr. Cornwall. Ну поплачешь. They ruin the West. They ruin everything. So, there's no folk like that in Tahiti? There's folks like that everywhere. Arthur, there you are. Come on. Thomas, let's get going. Right you are. Ну, что, самоубийца, что ли? Я надеюсь, они не плывут за аллигатором. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? По-моему, они туда и плывут. What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger. Wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Watch your mouth there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Что-то как-то резко освещение поменялось, потом резко потемнело. Свет кто-то выключил. Типа долго плыли, хорошо. Pick us up yonder. I got you. Thank you. Мстя. Итальяшки. Будет страшное. О боже. Гениальный план дачи номер 283. Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Let's go. Может, ты присядешь как-то, твоя голова, мне кажется, немножко как бы в поле зрения, может быть, не? Что-то мне кажется. Ну, молодец. Все гениальное просто. Может, как-то мы их тихо убьем, не? Тебе так не кажется? Зачем я иду в эту сторону? Ты не скажешь мне? Динамитом! Короче, это самое. Почему нет? А нам прятаться надо или как-то убивать? Мил мой друг. Чем? Ножом? Возможно. Да подожди. По-моему, нож не влетел куда надо. Вот этот влетел. А толку-то никакого. Они не хотят по стелсу, они хотят убивать. Я хотела по-красивому сделать, вы все испортили. Как обычно!
Артур, отожмись, пожалуйста, от пола 20 раз, но не приклеивайся к стене, когда не надо. Ради бога. Ах, тебе повезло, мужик. Но ненадолго. Сейчас красиво сейчас сделаю, наверное, возможно, не знаю. Мужики, мужики, ловите! О, ну почти, почти красиво. Ху-ху-ху! Найс. Да, господи, это что так качается? А, даже глаз, опять глаз. Самое время открыть сумку, поесть. Едем скорее, итальяшки сейчас самые помидоры. Lock, именно дробовиком, да? Сломаться, выпить. О, боже. Аривидерчи, сеньорита! Мне не нравится, слушай, карабин отдайте. Ау-ау-ау. Все-таки там... Самое время разделиться. Угу. Гениальный план дачи 284. Дойдите, пожалуйста. Спасибо. Ой, я не вовремя нажали. Здравствуйте, мужчина. Давайте по-хорошему. У меня есть карабин. У вас есть голова. Мне кажется, мы... О, нифига себе. Мне кажется, мы подружимся. Вон даже упал туда. Вошел! Лох. Чистить оружие надо, потому что... Sorry, friend. No, name your price. Name your price. Every man have a price. Конечно. Okay, okay. No, I surrender. I surrender. Ой, какая же тряпка-то на самом деле, а? Даже никакой гордости. Мафиозный. Трипочка просто. Трипочка. Вот ты можешь себе представить, чтобы вот так себя вел... Ну, не знаю, хоть кто-нибудь в Sleeping Dogs из мафии, из какой-то, да, вот из шишек из главных, или в той же обычной мафии. Просто, просто слизняк. Черви. Ой, музыка. Музыка из свисточков нехорошая. Можно я выйду вот здесь? В окно. Нет? Жалко. По идее, я ж могу стрелять из этой штуки? Вот из этой штуки. Ладненько. Ну, типа, ладно. Похищение. О, господи. Как мы могли? Да что, отойди, не умеешь стрелять сам, дай другим. Ради бога. Господи, я даже с телом на плече могу стрелять лучше, чем вы все вместе взятые. Let's go, let's go.
Ладно. О, прям туда. Простите, мужчина. Привести. Put him in the front. Bill. Got him? Oh, come on, Lenny. All right, come on. Let's get out of here. Yep. Oh, hey, Morgan. We gonna ransom you or what? You're pathetic. Well, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. Давайте кинем его аллигатору. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Кинь его аллигатору, не пачкай в него руки. О, здравствуйте. Jesus. What part of your philosophy books cover feeding a fellow? The goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Не, ну не обязательно так орать, я как бы в этом плане согласна, что нужно было от него избавиться. Но они прям что-то так удивились, типа, о боже мой, он скормил аллигатора. Типа, это самое ужасное, что мы делали? Сомневаюсь, что-то они как-то слишком удивились, по-моему, не? Я понимаю, если бы он его еще живьем кинул, он бы там 5 минут орал. Это было бы, ну, неприятно наблюдать. А так, уже трупом кинули, ну, как бы. Ну, подумаешь, утопил. О, боже мой. Так, ну да ладно. Красивый мужик идет разговаривать с Датчем, возможно, еще раз. Так, отомстить-то мы отомстили. Подожди. Когда она нас уже отсюда? 125. Как хорошо, что я не стала выплачивать тот штраф на 30. Оно суммировалось. Так, ну вроде ничего нет. Пойдем еще раз говорить с Дачем. Когда он вообще возьмет трубку? Я ему ее искала 20 лет. Нашла, а он ее не берет. I'm telling you, Dutch, this is the way to do this job. The distraction will buy you all the time you need. I don't like it. It's the right plan. We've done the work. I've been in town, looking, watching, and waiting. I've tested it as well as I can. It's the right plan. I know. I just... Jim? Эй, я не входила. Я специально хотела войти. Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one armed guard. And the police? It's a city, there are police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch.
We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Дайте угадаю. Smart. Travel light. У нас что-то не получится. Либо получится напополам. You got everything, Arthur? Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks we're living life anew in a tropical idol, spending the last of our days as banana farmers. Кого-то убьют. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Хазию, например. Хотя, мне кажется, Хазия сдохнуть должен как-то более драматично. Короче, все умрут. Рано или поздно. Ну, что-то как-то, слушай, мы такой бандой выезжаем. Конечно. Ага. Действительно, что это со мной? Почему-то я не доверяю, что это последний план. Джон, ты потерял все твое сердце. Я просто пытаюсь оставаться реальным от всего этого. О, как я ненавижу это слово. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, then another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and... Сейчас по стелсу, только динамит не забудьте, да? Or take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. Хочу шляпку надеть. This is a big city. Это не подходит. Где мои остальные шляпки? Bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm. And fast. Конечно. John and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Gentlemen, главное, как в прошлый раз, не нажать случайно взлом сейфов динамитом, а не отмычкой. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on. Yeah. Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then right on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! One more time. А потом еще одну, а потом еще, 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 еще. А потом мы все сдохнем. Дача останется жив и куда-нибудь укатит вместе с Джоном к рассвету. Потому что для нас будет существовать только закат в этой игре. Мик занимается посетителями. Угу. Гениальный план Дачи. Calmly does it, fellas. Act normal. Мушкетёры, ага. Чур я Д'Артаньян. Господи, надо посмотреть, будет потом BBC-шный сериал про мушкетеров, там Д'Артаньян играет Люк Паскуляну, по-моему. Боже, там вообще каждый мушкетер просто прекрасен, как боженька, а Д'Артаньян это вообще отдельная история. Итальянец, понимаешь, горячий, жгучий. They stole what this country could have been.
Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This is better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. I love that Hosea! He is a true artist. Художник, говоришь? Артур потерялся. Оружие куда-то пропало, бляха. Я же надевала. Now then, Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Ну, типа, в лицо хорошо. У них сейф прямо в главном холле, что ли? Прикольно. Быстрее давай! Так, у меня где-то были отмычки. Arthur, you're with me. Let's clear this out. I need the combination for these safes. Ох, срань, что Come on, speak. Speak or die. Now. First number. 19. Я не вижу. Даже 19. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. Should be one more number. Last number. Come on. 54. Okay, I'm in. 54. Holy shit, they weren't joking. Would you look at that? А может быть как-то три человека будут открывать сейф? Да кто бы сомневался? Да ты что? Come on, let's go. Мы только за одним, да? За одной ячейкой пришли. Понятно. Да кто бы сомневался? Ну, конечно, конечно. Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton, let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Блин, Хазия. Come on. Прощай, Хазия. Я так и знала. There's your deal, Dutch. Hosea. Ой, хана вам, короче. Я так и знала, что именно в этом задании погибнет хозяин. Я так и знала. Твою мать, ублюдки. Ловите, блин. He's dead!
неудобно-то. Что такое? Что такое? Где? Куда? Да иду я, господи, ори на меня. Да иду я, подожди. У меня вообще-то свой есть, если что, динамит. Если ты вдруг не знал. Так, секундочку. Стоп, стоп. Идите к стене. Не к той стене. Вот к этой стене. Динамит еще не будет. Я его потерял, что ли, по пути каким-то образом. Ну, типа, запалил я не. Там, правда, не горело, ну ладно. А, ну потому что выстрелить надо. А что еще сделать? Урод. Не, ладно, дача, конечно, тут не совсем виновата. Мы все-таки все планировали все это сделать. Мы не думали, что так все получится. Но, блин, я знала, что хозяин откинется именно здесь. Потому что большое дело... поворот, да, мы должны уехать. Опять какая-то жопа должна произойти. Естественно, хозяек, кто же еще? Если бы погиб кто-то другой, это было бы не так больно, да? Уроды, блин, я говорю, мы все сдохнем. И после гибели хозяина начнутся, мне кажется, максимальные терки. Потому что... Ну стреляй ты, ну Артур! Ну типа слишком низко для тебя, что ты бесишь? Блин, да как маленькие пушки такие, знаете, в руках. Да вижу я сверху, что у вас там происходит. Вы не идете даже, вы даже не пытаетесь, алло. О, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте. До свидания. Да я в тебя выстрелила, камон. Ясно. Сейчас. Тихо-тихо, не надо так делать. Падает мужик, так сказать. Ой, петляй, что это такое? Сейчас покушать срочно. Тупо. Прям яблочко. Да ты не умер, что ли, еще? Бежать! Чего такие жмучие? Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, if you'll cover us. Sure. Go on. Жадность Фрая разгубила, блин, вот что это называется. Ленни, ты смотри вперед, куда ты идешь, ты ну. Ленни! Ленни! Он еще губами шевелит, он еще жив! All of you, we gotta keep quiet and keep moving, or we're gonna be dead in the next few minutes. Follow me, one at a time. Arthur, you go next. Come on, follow me. Keep it down. There's law everywhere.
Assassin's Creed. Прыжок веры. Чё громче крикни, Артур? Отличный план, Дач. О, здравствуйте, а вы откуда тут? Чарльз, Чарльз, я ж вторая иду. Алло, Чарльз! What the fuck, Чарльз? Я пытаюсь, мне нельзя бегать. Мне не дает игра, понимаешь? I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. А где твои гениальные планы? Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. Пойдем по реке. У нас лодка есть. Была. A boat. What do you mean? Да. We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. И украдем корабль. Get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. Гениально. We leave. Не маленькую лодочку. Low. Корабль. Come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there. Right? Как тот паром, да, с покером? Everybody, calm down. Господи. I mean, look at us. Из главного. Okay, follow me and keep your heads down. Отлично, прям нас не видно. В 3 метрах от банка вышли из дома через главную дверь. Господи, дачи. Guards up ahead. What now? Just wait a second. Ты знаешь, как бы я на днях из Сен-Дени ушла вот как бы одна. Понимаешь? Я была в розыске, меня искали все. Но я ушла как-то. Если дачи сейчас ты всрёшь еще кого-нибудь. Так, на всякий случай. Вот так вот сделаем, чтобы рука не дрогнула. Ну чё встали-то, Артур? Ну пожалуйста. Someone's coming. Duck. Спрятался, дач, прям красавчик. Тебя не видно. Ну гениально просто. Hey, I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. Are you sure? Sure. All right, then. Ну типа спрятался. Хорошо. Come on. Почему у меня так не получается прятаться, господи? Хотя в метро, по-моему, 2033, который Last Light, что-то у нас такое было. Вот. О, боженька, они смотрят в другую сторону, как же? Мы не пройдем мимо них, а тихо их зарезать, не? I don't know, make a noise, whistle or something. Ты какой умный вообще, я не могу прям.
О боже, два человека стоят, смотрят, тут два ножа кинуть им в шею, и ну никак не, нельзя это сделать, это невозможно. Mission impossible, понимаешь? И в какую сторону они пойдут? В эту? Да, конечно, они пойдут в эту сторону. О боже, дебилы. Вот, а мы вот так вот не могли обойти с этой стороны? Объясни мне. Вот, вот как я сейчас иду, вот мы... Твою машу! Тихо, бляха. Следуйте за датчиком. Ага, ага, прям бегу. Прям бегу, спотыкаюсь, не могу. Заткнись, тебя слышно за 30 метров, понимаешь? Ну чё ты присосался, Артур, бежим. See them? Sure. What you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Да, они просто так тут стоят. They ain't just waiting there for no reason. Yeah, let me think for a second. I'll deal with them. А может... How? I can't kill all of them silently, so... When they chase me, you go the other way. Ты тут с ума сошел? What are you talking about? Не-не-не, Чарльз. You heard what I said? Чарльз! Чарльз! Oh, I like it. Real bro. Чарльз! Шо ж... Бляха, ну что за дебилы, блин, они стоят кучкой, их обойти... О, дятлы, как они мне с них горит! Suicide Mission, зачем они это делают? What in the hell? Who is... Excuse Запомним me. Тебя, молодым, Чарльз. Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Чарльз, хотя бы ты вернись, господи, умоляю, потому что Датч, он придурок, он не умеет обходить людей, понимаешь? Вот прям вообще не умеет. У него прям проблема с этим какая-то. Мы лучше все сдохнем, но зато пройдем к кораблю, где нас еще и там... Ах, господи, горит, не могу, плыхает. Это тупо. Прям высосано из пальца как-то, не знаю. Потому что самый лучший сценарий. Но откровенно, некоторые моменты здесь реально тупые. Вот прям тупые. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Jose, that wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Чарльз? Чарльз? Еще Чарльза забыли. Some of this gold to secure his silence and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Нет, чтобы сидеть в этих ящиках до скончания вот путешествия. Нет, он вышел, придурок. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. А бабоньки наши, которые как бы там остались в лагере с детем. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud looked like good news to you. Мы на Титанике, ребята. Нам, наша удача настолько велика. Сейчас кораблекрушение случится. О, Лара Крофт 2013 года.
know, but we are getting off of this boat. You come on. Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, Laura, hey, I'll be right behind you. Мы в дерьме. Отлично, просто прекрасно. Одно другого краше. Конечно же. Дач меня завалила. Дач. Дач, спаси меня. А ты не толкаешь, ты стоишь и смотришь. Ой, не двигается, говорит, какая досада. Я тебе, конечно, не буду помогать. О боже, что-то у меня так горит. И у корабля горит, и у всех у нас горит. Черт, я ж плавать не умею. У меня тут стамина заканчивается за 2 секунды. О, вау. Far Cry. Вообще должна быть та песня, короче. Что-то, блин, я все, короче. Я хочу просто орать. В монитор. О, точно Far Cry, слушай, приходы. Вера. Блаж. Дайте мне полуголого Сида и... Мне больше никаких требований. Уже полуголый Сид будет делать с Артуром. Правильнее спросить, что Артур будет делать с полуголым Сидом. Это более корректный вопрос. Кстати, вот сейчас мне кажется, что Артур худенький. Я, кстати, догадываюсь, где мы. Скорее всего, на Восточном острове. Либо на южном. Были там такие места. Если это восточный остров, то здесь должна быть тюрьма. А если это южный остров, я хз, что здесь должно быть. Если вообще здесь есть южный остров. Либо это просто приходы, и нам все это снится. Либо это какая-то отдельная карта, в чем я сомневаюсь, конечно. Но звук макак меня просто вызвал вопрос. Но мне кажется, звук макак это так чисто уже наше, потому что мы ждали макак, понимаешь, Таити. Артур сам это придумал. Если мы еще в тюрячку приплыли, это будет просто везение 80-го уровня. Артур, Артур, вставай. Ты столько дерьма выхлебал. Давай, нам нужно еще дачу навалять. Ой, лицо краснеет. Сколько мы часов тут полежали-то, господи. Сейчас солнечный удар схватим. Ну, большая земля вот там. Значит, это, скорее всего... Хз, короче, сейчас узнаем. Гуарма. Чё ты, пятая глава?
Гуарма? Гуано, я бы сказала. Это больше подходит, мне кажется. Полное гуано. Спасибо. Ну, понял, слушай, макаки, иначе не показались. Так, ну-ка, где мы? Ща, короче, выживание. Ну-ка, где мы? Ой, это реально другое место, слышь? Клево, блин, я не надеялась. Я надеялась, но мне казалось, да не, думаю, они не сделают отдельную карту для этого. А потом думаю, смотри-ка, сделали, чуть-чуть, но сделали. О, боженька, еще пятую главу вот здесь. Ну, вот это мне нравится, господи. Изменение локаций, пальмы, макаки, обезьяны дикие, бананы, солнце. Клево. Я прям, это самые мои смелые ожидания были. То, что мы попадем куда-нибудь на отдельное... В отдельное место. Но прям не надеялась, правда. Но это клево. Молодцы. Хорошо, что они так сделали. Я хочу к водичке подойти, она клевая. Ну, точно Assassin's Creed тогда получается, четвертый. Здравствуйте. О, встретились. Брошь, смотри, датчик какой-то волосатый. Son, take it easy. Ой, у Микки такой пупок смешной. We got you. Все такие обгоревшие, да-да-да. Волосатые, раздетые. Блин, четвертый этот самый реальный ассасин. Ассасин. So, where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. У меня так были проблемы с рожей, понимаешь? What next? I don't know. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Oh, испанцы! Welcome. Who are you? Javier, Senor, подключайся. Por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea, in the storm. Is that so? No, I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Ща на плантации... С плантации будем сбегать. Короче, начнется первая Desperados. Джон Купер, помоги мне. Спаси меня. Джон Купер, срочно нужен мне. Леви. Ищи Саймон. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Мне советуют не идти. What sort of trouble? Oh, the usual sort. People wanting what ain't. А, нога. Это моя любимая нога была, ну слышь. There's another's telling them to take it. I don't get you. Labor troubles and other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. They'll be strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? You seem like someone or other. We was headed to Tahiti. You was going to scenic route. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. Meantime, you'll not starve. Cabo,
Llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de cucarachas de ese campo. Cucarachas. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Не надо, я хочу быть кукарачей. What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Well, for now, we're stuck then. Господи. Мне кажется, знаете, у меня есть такое подозрение, что после этой игры, возможно, мы вернемся в Black Flag. Но это не точно. Worth, I think I would have preferred Tahiti. You and me both. Мальчик хочет в Тамбов, да? Чики-чики-чики-чики-та. Блин, а мне так нравилась эта песня. Who knows? Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Причем есть же как бы полноценная, ну, западная песня, вот такая какая-то вот эта, с кукарачами. И вот этот «Мальчик хочет в Тамбов», она вот идентична, только я не знаю, слова совпадают, это наша версия этой песни, переведенная или нет, или что это такое. Короче, кто-то у кого-то притырил, я догадываюсь даже, кто у кого. А это прям солитьют, смотри. Ну, почти. Теперь они угоняют авиалайнера, а? Сейчас, короче, парусный корабль. Выйдем в открытое море. И затеряемся в волнах, как истинные пираты. Воу-воу-воу. Воу-воу, что происходит? Так, раз, два, три, четыре, очень быстро. Аборигены! Простите, извините, не надо. Ой, мужички, простите, извините. Мать. Это еще живой, да? Главное не упустить никого, это же свидетели останутся, нехорошо получится. Обидно будет. Чего ты орешь на меня? Стреляли бы сами, какого хрена я-то только стреляю? Work, а, потому что один пестик был, да? Okay? Лохи камнями бы кидались, но не знаю. Damn. Reinforcements. We need to get out of here. Now we're in trouble. Очень вовремя, 9 вечера, самое время. Да еще минус Хавьер, что ли? На плантации. Короче, будем вызволять чернокожих людей с плантации заодно и Хавьера. Сейчас еще Билл минус снесся. Чака-чака-чака. Мне плохо, помогите. Блин, минус все мое оружие, по идее, да? Ай, шапку сняла. Голову, пожалуйста, Артур. Понимаю. Господи, мне плохо так. Еды нет, ничего нет. Чака-чака, стрелять-то тяжело, ты понимаешь, чака-чака, когда у тебя в голове одна сплошная.
шатает экран. Да. Сидит там, командует. Мне тут бог, я стреляю вообще как боженька, даже при этих условиях. Не, я хочу тебя. Тебя. Ну стой, ну мужик, ну. Не. Ой, короче. Стреляем навскидку, не дает. Невозможно. Неудобно. Этого шатает. Глазика нет. Хрен попадешь. Короче. Сел. Да чё ты пригнулся там так не вовремя? Неудобно стрелять, когда глазик красненький. Чё это прям? Come on, follow me. Лем? Лем, что ты здесь делаешь? What you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. How went we on? Hercule Fontaine. Dutch Vanderlyn. These drowned rats are Libre. Micah, Libre, поздравляю с подпиской. And Arthur. Okay. Спасибо. Well, неизвестному пользователю. To find you. We must be very careful. За столь щедрый дар нашему каналу. Спасибо. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers, and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. Мне солнечный удар сейчас будет. I'm so sorry. Ой, заткнись. Boys. Get some sleep, Dutch. Закрой. Micah, guard this spot. Дверь с той стороны. Bill, do some more scouting carefully. С одной стороны, датчик, конечно, немножко жалко. Он прям старается, но у него слишком плохо получается. Пора бы, мне кажется, отдать бразды правления кому-то другому. У него хорошо получается говорить и заговаривать зубы. Так почему бы не заниматься этим? Зачем брать поводья-то в руки, если ты не умеешь водить? Ах. Ох, господи, как плохо все с тобой. Красненький. Зато цвет лица выровнялся, смотри. Зато не видно никаких пятен. Оно однородно красное. По-моему, замечательно.
По-моему, он даже моложе стал выглядеть. Потом вот эта вся шелуха старческая вот свалится с нас. Мы приедем освежившись. Прям просто... Да. Я думаю, надо сделать перерыв.